В этом году география фестиваля существенно расширилась. В Анапу приехали Красноярский край, Ленинградская, Свердловская, Белгородская области. По традиции открыл фестиваль лауреат международных конкурсов, арт-директор Института современного искусства, председатель жюри «Синеока Анапы», заслуженный артист России Андрей Биль, который в торжественном параде представил всех участников фестиваля. Гостей и юных артистов поздравила заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа Людмила Мурашова. Самые креативные молодые артисты будут бороться за звание лучших на сценах нашего города. В добрый путь, дорогие артисты! Более 1000 человек собрала «Синеока Анапа» на театральной площади курорта. Открыли концертную программу ансамбля «Мозаика» и «Молодость» с неповторимым танцем «Воздух». Особым сюрпризом для всех стало выступление солиста Амстердамской королевской оперы, члена жюри фестиваля «Синеока Анапа» Валерия Костина. Также перед анапчанами и гостями курорта выступили ансамбль «Иверия» из Анапы, фольклорный ансамбль «Полдень» из Курска, ансамбль «Сити Джаз» из Анапы, современные хореографии из Воронежа и многие другие. У нас, например, в городе такого нет. После 8 часов 9 не видишь такого праздника. А чем она понравится? Чем позже, тем праздничнее. Пляжи, море, весело тоже. В Анапе никогда не соскучишься. Всегда весело. И каждый день практически смотрим вот всякие концерты. Все очень хорошо. Вокал, хореография, театр, инструментальное творчество, живопись и графика, декоративно-прикладное творчество. В таких номинациях будут идти представления в течение 3 фестивальных дней.